Коллеги, можно мы продолжим эфир с вашего разрешения? А я все жду, начнет Иван или нет. Ладно, возьму инициативу, как всегда, на себя. Подборка турецких сериалов. Прямо сейчас у нас в студии уже Татьяна Шункова, редактор сайта tvknews.ru. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте, наверное, начнем беседу с того, что почему турецкие сериалы? Неужели они сейчас такие популярные? Да, на самом деле, кто бы что ни говорил про турецкие сериалы, кто бы как их ни любил, они в 2022 году заняли первое и второе место в индексе Кинопоиск Про. Ну, короче, в рекомендациях выпадали чаще всего. Да, то есть они выпадают в Кинопоиске, в Море ТВ, в Око, во всех стриминговых платформах, на всех стриминговых платформах. И получается, вот люди их смотрят, то есть вот самый популярный сериал. Слушайте, вот интересно, кто-нибудь когда-нибудь в ЦИОМ, например, тот же, проводили опрос, почему турецкие сериалы так популярны сейчас? ЦИОМ занят другими опросами. Не видела. Я просто как-то разговаривала на эту тему со своей тетей, и вот она мне сказала тогда, что ей просто нравится смотреть на красивую солнечную жизнь. Потому что там красивые люди, да, наряженные, там светит солнце. У них, конечно, свои заботы, свои проблемы, но там вот какая-то такая атмосфера, да, добрая, так или иначе. Эксперты тоже отмечают, что красивая картинка, сравнимая с Голливудом, красивые актеры, сравнимые с Голливудом, опять же. Очень колоритно все. А то это Циркан-Балат. Вся национальная культура. Вот, тоже давайте сразу перейдем, постучись в мою дверь. Этот сериал стал первым за 2022 год в индексе Кинопоиск Про. Вот, собственно, Серкан Балат. Ну что, мелодрама там вот эти вот? Ты меня любишь, я тебя нет, да, или что? Да, на да, самом да. деле, этот самый типичный сюжет про простую девушку и богатого мужчину, про отношения начальник-сотрудница, это самый типичный сюжет, и он на самом деле цепляет больше всего. Интересно очень, как развиваются события, какие у них там интриги, скандалы. И очень красивые у них наряды, очень красиво они выглядят, то есть... Как называется? Все. «Постучись в мою дверь». «Постучись в мою дверь», там уже, наверное, несколько сезонов? Да, там, пока там вышло два сезона, 160 серий, по 40, сколько? 50... 160. По 40-50 минут, и на самом деле, ну, ты смотришь, и ты не замечаешь, ты отдыхаешь, расслабляешься. Отдыхаешь, и да, просто смотришь их. 160 серий по 50 минут, посчитайте, сколько это времени. Забываешь обо всем. Там смотришь просто, на эту красоту. Там просто интересно, да, что вот в одной серии, там, в каком-то моменте, допустим, может длиться какая-то сюжетная линия по несколько минут. То есть вот семья может сидеть есть, и они вот прям едят, это смотрят. Как они будто, смотрят как друг будто друг ты друга, с ними за столом да, сидишь, да, да, вот прямо это все настолько там детально. Там все до мелочей. Видите, какие они, ну, как они одеты стильно. Очень крутые у них наряды. И вот эксперты тоже отмечают. И колорит. Хорошо. Вот отрезают ленточку. Это «Постучись их помолвили в мою дверь». Запишите, посмотрите на досуге. Второе хотя бы, место о чем это, занял да, «Великолепный век», но о нем мы много не будем говорить, потому что сериал старый, сериал смотрели многие. Но это сериал-легенда. Да, это сериал-легенда. Там тоже красивые костюмы, очень много денег вкладывают в турецкие сериалы. Перейдем к ромкомам, таким как «Постучись в мою дверь». Это «Мистер Ошибка». Тоже сериал про то, как девушка ищет любовь всей своей жизни и случайно влюбляется в своего наставника, который учил ее отношениям с мужчинами. Прекрасно. Вот. Можно нам, пожалуйста, следующий? Все как в жизни, номер правда 309 же? Тоже случайная встреча и случайная любовь. Все развивается, интриги, скандалы, расследования. Все очень весело. Интересно, и очень вот романтично. Турецкие сериалы бывают не про любовь. Ну, какие-нибудь детективные бывают. Любовь, или... она есть везде, поэтому даже в исторических драмах есть любовь, и любовь, вот она там. Не, ну понятно, что линия любви, она может быть в каком-нибудь детективе тоже же конечно, присутствовать. Конечно. Но тут в основном, я говорю, вот мелодрама. Ну, да. Вот повсюду ты тоже... Для девочек и для женщин. Короче, для нас, мужиков, ничего интересного нет. Ну, конечно. Ну, а чего там хорошего-то? Для мужчин смотри, могут быть исторические драмы. Можно там еще несколько нам пролистать картиночек? Это не от нас зависит, к сожалению. Нет, я мог... Другой есть... вопрос в том, что, мне кажется, именно вот турецкие для поклонников сериалы... Серкана Балата, здесь он молодой, это 2014, насколько я не ошибаюсь, о-о-о, год. Вот. То есть, есть вот даже старые турецкие сериалы к нам да, только вот потихоньку... А приходят. Это как да, называется? Это вот... В ожидании солнца. Это вот про тренера, да, который... В которого влюбилась она или нет? Ну тут тоже тренер какой-то. Про старшую школу. У них что там, один из сюжет? Это... она в школе влюбилась в тренера, что ли? Можно нам дальше, пожалуйста, пойдем? А то эфирное время у нас. Ну, еще хорошо, раз, еще Серкан Балат, опять? Дело чести. Да история... У них еще и актеров нет других, у них нет, не то, а как в России, сюжет, Петров, да, Козловский, и пошли-поехали. Да. Вот, то есть Серкан Балат
На самом деле его зовут Кирен Персин. А здесь, если по картинке судить, три девушки пытаются завоевать двух парней. Они между собой их делят. Они братья. И там на самом деле сердце одной они завоевывают. Вот, можно дальше. Исторические драмы «Курт, Сиита и Александра». Это про Россию, про царского офицера. Вот, и как у него там все происходит после того, как произошла революция, как он бежит из страны, влюбляется, собственно, в русскую дворянку. И вот у них там вот эти вот... Их развивается любовь развивается. События. Да. Ну вот, Вань, для тебя. Очень красивый, красивый сериал. Да, очень исторические сериалы очень красивые бывают. Да. Вот смотрите, какие. Еще есть историческая драма «Воскресший Эртугрул». Это сериал про Великую Османскую империю, как она формировалась. То есть для тех, кому не хватило Великолепного века и султана Сулеймана, могут вот смотреть «Воскресшего Эртугрула». Ты видишь, ты даже с грустью говоришь об этом. Да почему? Воскресшего Эртугрула. Я на самом деле очень люблю турецкие сериалы. Они, ну правда, это прям релакс. Приезжаешь после работы, включаешь и ни о чем не думаешь. Вот, это сериал ветреный, он современный. Нет, это другой. Да, нет, нет. А как его? Серкан Балан. Серкан Балан на самом деле стал кумиром многих, потому что его клеят на картонные какие-то штуки, на свадьбах он присутствует, на торты его лепят. Везде он есть, на подушке, куда только они его не пристроили. Этого Серкана Балата его любят. Вот это сериал «Черная любовь», тоже драма про любовь. Это не романтическая комедия, это уже прям конкретная драма. Это там, ну, видишь, прям нет, конечно, драма. Шутки в сторону. Драма и мелодрама, любовные все эти истории, они тоже должны быть в нашей жизни, конечно. Но не два сезона по 160 серий, да? Или там это еще мало, я тебе скажу такое. Это еще мало. Хочется посмотреть, познакомиться с героями, прожить вместе с ними какой-то кусочек жизни и начать смотреть другой сериал. А когда ты начинаешь все эти сериалы перемешивать, тебя и в голове потом ну, все перемешивает. Ну, слушай, тут тоже, нет? Знаешь, на вкус... Вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Да, конечно, нет. Но... Вот, все поэтому, верно. Кому-то нравится русский, кому-то нравится турецкий, кому-то не нравятся сериалы вообще. Да, все по вкусу. И, между прочим, турецкие сериалы не заканчиваются, да, на Великолепном веке и на «Постучись в мою дверь». Да. Да, заходите на сайт tvknews.ru, там есть подробная статья, подборка. По QR-коду вы могли сейчас это сделать, перейти. Вы сможете посмотреть все названия сериалов, если вы вдруг сейчас забыли. Да. Вот, ну, да, переходите, читайте, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях.